Vāgī-sajasya-vadane Lakshmīr-yasya-ca-vakṣaṣi Yasya-sthide-sambhīr Tvam-niṣiṅga-maham-bhaje Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranasanam Pranama Duksha Samanam Tangnamami Harim Param Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranasanam Pranama Duksha Samanam Tangnamami Harim Param Gauriya Goshtipati Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что любая тема о Кришне, она очень странная. Никто не может поверить, что это действительно так. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что любая тема о Кришне, она очень странная. Никто не может поверить, что есть такая великая личность, сверхличность, как Бхагаван Шри Кришна. Почти никто не может поверить. И сегодня день явления Авирбав Титхи Нанда-Нандана Бхагавана Шри Кришна. И сегодня день явления Нанда-Нандана Бхагавана Шри Кришна. И в то же самое время Васудева Кришна. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, в нашем сердце сегодня, внутри нашего сердца, Кришна, Он должен явиться. И день явления Кришны, оно должно быть в нашем сердце. Иначе то, что мы отмечаем день явления Кришны, он бесполезен. И сегодня тот день, когда мы можем надеяться, что Кришна придет и явится. Мы сможем видеть явление Кришны в нашем сердце. И что это значит? Шрила Прабхупад говорит, все преданные, если у них есть шуда, чистое сердце, если их сердце достаточно чисто, если оно сияет шуда сатва гуны, если их сердце сияет шуда сатва бавой полностью, и в этом случае оно зовется Васудевом. Внутри сердца Васудева Кришна может явиться, и оттуда Кришна может переместиться в чрево Деваки. И первое, с явлением Шри Кришны так много непонятных ситуаций возникают. Люди, которые заняты материальными вещами, логикой, они говорят, спрашивают, как это возможно, если Кришна, если Он Верховный Господь, то не может быть никакого явления Кришны, как это возможно, если есть явление Кришны, то может быть Нараяна Верховный Господь, поскольку у Нараяны нет ни явления, ни ухода. So
Как можно поверить, что Кришна, Он Верховный Господь, если у Него есть отец и мать, и вот такие материалисты, они говорят так. И вот Бхагаван Шри Кришна в Гите говорит такие слова. Сам прокрити мадиштая. Сам И вот Бхагаван Шри Кришна говорит такие слова, что Аджо. И вот Аджа, то есть нерожденный, и Бхагаван Шри Кришна говорит, хотя у него есть это качество, то, что он нерожденный, но все же он являет лилу рождения в этом материальном мире с помощью своей йога-майи. Йога-майя, значит, это внутренняя энергия Шри Кришны. И Бхагаван Шри Кришна говорит в Гите. О Арджун, те, у кого есть ясное представление о татве, о моем явлении, и будьте уверены, что они никогда не родятся опять в этом материальном мире, как обычные люди, которые рождаются, умирают постоянно. И вот в начале всего мы должны все эти шлоки изучить и понять, что явление Бхагавана Шри Кришна, оно божественно, но обычные люди, они не могут понять. Для них это очень сложно понять это. Они заняты своими спорами. И вот суть в том, что обычные люди, когда они рождаются, они рождаются согласно своим предыдущей карме. И обусловленные души, они рождаются согласно своим этим самскарам, своей карме. Они рождаются, умирают, и так повторяется их цикл рождения и смерти. Но Бхагаван Шри Кришна, Он является в этом мире с помощью своей йога-майи, и это совершенно не то, как рождаются обусловленные души. Это первое. И следующее, то, что у Бхагавана не может быть никаких отца и матери, иначе как можно понять, что он Бхагаван из Пуран? Мы слышали, что Васудев и Деваки в своей прежней жизни, и также Нанда и Яшода в своей прошлой жизни, они были Дора и Дроны, они совершали аскезы. И Васудев и Деваки, они И вот они совершали аскезу на протяжении 1200 лет, совершали очень сильно строгие аскезы тапасья. Вот 1200 лет они не по земному исчислению, а по божественному. Они совершали аскезы долгое время, 12 сотен лет. И после этого
что они хотели обрести, они совершали эти аскезы для того, чтобы обрести сына, который был бы равен Верховному Господу. Верховный Господь сказал, что нет никого, кто был бы равен мне, поэтому я сам должен явиться, как ваш ребенок. И таким образом Бхагаван Шри Кришна, он пообещал им, что он явится. И вот другое... И вот другой вопрос возникает. Кто-то говорит, что мы слышали, что Нанда Яшода и Васудева Деваки, они вечные родители Шри Кришны. И как тогда возможно, что они совершали аскезу, чтобы обрести своего сына в образе Верховного Господа? И вот Джива Госвами Пат, он говорит, что Васудев и Деваки, они вечные родители. Но смотрите, и как они вечны, так и Кришна вечны, как это понять? И в то же самое время говорится, что если они вечны, то кто кого родил? И вот Сиддханта в том, что в вечном мире, если вы пытаетесь применять свой ум, чтобы это понять, это не поможет. А суть в том, чтобы... что Васудев Амша, часть Васудева, она вошла в дживу, и эта джива для того, чтобы показать всему миру идеализм. И вот эта часть Васудева и часть Деваки, они явились как определенные души и совершали аскезы, совершали баджан и достигли успеха в этом баджане, чтобы дать нам пример. И они приняли участие в Кришна-лиле, и после этого что случилось? Что этот... Dhara Drona also doing a street in finances. This is a strong bhajan. After that, they are getting Krishna as their song. И, в общем, то, что они, благодаря своему идеальному баджану, идеальной аскезе, они смогли участвовать в лиле явления Кришны в качестве его родителей. И Кришна явился в Матхуре. А что такое Матхура? Матхура значит это Шудда Гьян Бумика. Шрила Прабхупад говорит, Матхура значит это платформа чистого знания, где Кришна, он в форме Васудева, Кришна может явиться. И если у нас будет такое сердце, которое подобно сердцу Васудева, то ваше сердце тоже будет иметь такие качества. Одно из значений слова Матхура — это то, что нет у нас никаких материальных привязанностей, и это уровень чистого знания также значит. И когда мы достигнем такого уровня, то Кришна может явиться в нашем сердце. Кришна, он не может явиться где попало, только в определенных местах, при определенных условиях. И вот Бхагаван Шри Кришна, он явился в тюрьме. Васудев Кришна был в тюрьме. Он был в тюрьме.
Поскольку Васудева Камса посадил в тюрьму, и вы уже знаете, что сегодня также Джанмаштами. Джанмаштами значит Аштами. И на самом деле, раньше можно посчитать, что шесть. То есть она была беременна шесть раз в предыдущие шесть лет, но когда она только собиралась рожать ребенка, Камса приходил и убивал этого ребенка. И таким образом каждый раз Камса, он убивал ее детей шесть раз. И вот Камса их всех убил. И первое. Six baby were killed by Kamsa. Who those six babies? А кто эти шесть детей? Эти шесть детей Калнеми. They took venture to go to forest in Gili place to do ascetic penance. Они отправились в лес совершать аскезы, чтобы обрести даршан Брахма, и не сказав своему этому деду Хираньякашипу, они отправились совершать аскезы, и они стали успешны в этих аскезах. Брахма благословил их, и после этого что случилось? И Хираньякашипу очень разгневался, когда узнал об этом, потом, поскольку без его разрешения они отправились совершать аскезу, и из-за того, что они не чувствовали необходимым просить разрешения у Хираньякашипу, и он проклял их, чтобы они родились шестью детьми Деваки. И в то же самое время ваш отец Калнеми, он убьет вас, он родится в образе Камсы. И вот эти шесть детей были убиты Калнеми или Камсой, и поэтому так случилось. И вопрос следующий возникает. И это какая-то особые дживы должны быть, то есть их не просто так сразу убили. И вот суть в том, что Мариши Путра, и они смотрели что Брахма, он бежал за своей дочерью Сарасвати. То есть это их лила, не нужно думать, что они какие-то недостатки в их характере. Это все по воле Кришны, случилось. И как могло быть возможным, что Кришна, что Шанкара Бхагаван Шива, тот, кто победил смерть, он привлекся Махине и был очарован ею. Как это возможно, сам Шанкар Бхагаван, тот, кто победил вожделение, как он мог потерять голову и бежать за Махине? Это только по воле Шри Кришны случилось. Чтобы показать нам пример, чтобы мы узнали. И вот вы знаете, и вот эти сыновья Маричи, они увидели это и засмеялись.
они увидели, что Брама, дед Брама, он бежал за Сарасвати, за прекрасной, своей прекрасной дочерью. Они увидели и засмеялись. И в этом случае они совершили Махадатикрам. Брама, он Махаджан, они оскорбили его таким образом. И в этом случае Брама проклял их, чтобы они родились как демоны. И вот они родились как шесть сыновей калными. И много вопросов может возникнуть, если вы совершаете баджан совершенно под руководством Гуру Вайшнавов, то тогда вопросы могут возникнуть. И вот первое, как это было возможно, что для шести дживатм, что если они демоны, как было возможно для них, что они родились из чрева Деваки, поскольку чрево Деваки, оно чисто, мы не можем ожидать, чтобы как сердце Васудева, оно очень чисто, оно сияющее, что сам Шри Кришна явился там, то как можно ожидать, что эти шесть демонов, они тоже родились с того же места. И Вишвана Чакраватипат, он дает пояснение, что это очень важный вопрос, иначе как можно ожидать, что эти шесть дживат могли явиться там и после них Кришна. Как это возможно? Если Анантадев является, то он практически не отличен от Кришны, то это понятно. А демоны почему? И вот Вишвана Чакраватипат, он говорит такую сиданту, что это потому, что не... И вот он говорит, что они родились как... То есть это выглядело, что они родились из чрева Деваки, но они... Это только выглядело так. Они были не... Не были там, как подобно тому, как Кришна говорит, что он вездесущ, и то же самое Кришна, время Кришна говорит, что он нигде, что он существует в своей особой форме, как это возможно. Сначала он говорит, что он вездесущ, что он пребывает везде, в каждом атоме, а потом говорит, что его нигде нет, только в каком-то определенном месте он. И в Четуршлоках Бхагаватам там говорится, начало, конец и середина, Кришна везде. Даже в каждой пылинке он присутствует, даже в океане Кашипу, когда спросил, что где верховный, твой верховный Господь, есть ли он в этой колонии, то Прохлад ответил, что да, он есть. Это значит, что верховный Господь, он везде сущ. Нельзя найти ни единого места, где бы Кришны не было. Кришна везде сущ. Я могу пример привести. Яггьявалка и два его сына, они вернулись из Гурукулы после того, как обрели Брама Видью. Один старше был, другой чуть младше. И вот они пришли к Яггьявалке, приложили свои поклоны. И он спросил, вы обрели Брамагьян? Да. И как вы обрели Брамагьян, я хочу проверить. Хочу чувство ваше узнать, можете ли вы сказать, получили ли вы дикшу,
Вы должны доказать, что вы получили дикшу. И вот таким образом. И старший сын начал рассказывать: «О, отец Брахма, Гьян такой, 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 и что его невозможно постичь, что он огромен, он везде». И тогда Ягьявалка сказал: «Хватит, не хочу чувствовать, не хочу слушать твои лекции». И у младшего сына он спросил то же самое: «О, мой сын, можешь ли ты сказать что-то о твоем чувстве?» А он сказал: «О, отец». Он посмотрел на отца и посмотрел вниз и не смог ничего сказать. Он хотел что-то сказать, но не смог. И отец сказал: «О, мой сын, ты действительно понял, что такое Брахма. И сейчас я понял, что такое Брахма. Ты понял, что такое Брахма. Если вы осознали Брахму, то вы не сможете сказать об этом. И ты прав, ты понял, что такое Брахма, поскольку ты не можешь мне сказать об этом. Брахма, он так, нечто такое, что это не то, о чем можно говорить». И вот Ягьявалка, он хотел дать пример: «О, мои дети, принесите емкость с водой». И они принесли. «Принесите солью». И вот Ягьявалка, он поместил соль внутри воды и размешал ее. И вот соль растворилась в этой воде. И сейчас Ягьявалка спросил: «О, мои дети, я так много соли поместил в воду, и ее не видно, где же она?» И отец, маленький сын, сказал: «О, отец, вся соль, она растворилась в воде». И где именно? Внутри воды. И как можно увидеть эту соль опять, если выкипеть эту воду, вода, она испарится, а соль останется. Now, as per scientific research, where salt gone, we cannot see salt inside water. Scientific research speaking, inside water molecule, И вот сейчас ученые говорят, что внутри молекул воды эти молекулы соли, они this Ramras salt gone inside intermolecular space. They are making space in where intermolecular space of water. They're making space, so you cannot find. Intermolecular space is there everywhere. Even in iron, this is a solid thing. И вот между, ну, в общем, эта соль растворилась в воде, и эти молекулы соли, они вошли в молекулы воды и так растворились, и в даже какие-то твердые предметы, у них все равно есть межмолекулярное пространство, и, но предметы могут как жидкие, так и твердые, но оно есть, хотя внешне вот железо, оно не выглядит прозрачно, но все равно там есть расстояние между этими атомами и молекулами. И вот Ягьявалка, он хотел дать этот пример и также сказал, что также подобно тому, как я растворил соль в воде,
И сейчас каждая капля этой воды, если ее попробовать, вы почувствуете, что она соленая. И это свидетельство того, что соль, она находится в воде. И когда вы... И вот Ягьявалка поэтому он сказал, что подобно тому, как вода, соль в этой воде, так и Верховный Господь, он присутствует везде, но его не видно. И Бхагаван Шри Кришна также говорит, что я везде и в то же самое время нигде. Я присутствую везде и в то же самое время нигде. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что я везде. Я везде сущ. Иначе все полубоги, then Bhagavan Sri Krishna giving order, now you go on making creation. All demigods, they are passing. Prabhu, we cannot create. Why? Когда Господь дал все ингредиенты для творения мира, то все составляющие, когда Он дал, то полубоги они не могли, не смогли ничего сделать. Как пример Махарадж приводит, фабрика, если есть все составляющие для производства, рабочие, есть и руководство, есть и фабрика, есть и инструменты, есть, ну, и директор даже есть, все есть. Но но если нет электричества на этой фабрике, то они ничего не могут сделать. А что такое электричество? Можно ли увидеть его, какую-то форму? Но как бы есть и как бы нет. А так визуально увидеть его сложно. Кто открыл его? Последний раз Франклин, Бенджамин Франклин открыл электричество. And that object was wet and yet strong. Then he studied, he gradually do research and find. He make a nice kite. After that he proved that electricity is there. So this way, after that now we are creating electricity, atomic electricity from uranium. We can get electricity from coal, we can get electricity from water. И сейчас есть различные электростанции, которые производят электричество из различных составляющих, тепловые, например, или гидроэлектростанции, или солнечные, ветряные и прочее. И также, когда Господь дал все составляющие для творения полубогам, но полубоги сказали, что мы не можем ничего делать, мы не можем найти гармонию между друг другом. Все составляющие, они были...
Но мы не можем найти гармонии между ними, как мы можем творить. И эта гармония, она была дана Верховным Господом, когда Господь, Он вошел все, во все, в каждую молекулу, в каждый атом. И тогда творение, оно началось. И таким образом, смотрите, Бхагаван Си Кришна говорит, в Чатурштоках Бхагаватам говорится, что Господь говорит, что Он везде. Но в то же самое время у меня есть одна особая форма, как Верховный Господь, и эта форма никогда не оскверняется Майей и ничем другим. Это моя Шуда Сатва Сварупа. И вот сейчас суть в том, как это возможно, что демоны прокляты, что эти, они были прокляты Хираньякашипу и родились как демоны, как эти, из чрева Деваки. Но в комментариях говорится, что хотя они вроде бы родились, но это не совсем так, поскольку они не были, они не соприкоснулись с чревом Деваки, а как-то, хотя они родились оттуда, а как это возможно, по милости Йога Майи, это случилось так. Как для Кришны возможно совершать Раса-лилу и прочее, это все с помощью Йога Майи совершается. И даже когда Шри Чайтанья Чаритамрите мы находим, что Бхагаван Шри Кришна, Он говорит, и вот и Кришнадас Кавираджа Госвами, Он записывает, и как это возможно совершить такую огромную Раса-лилу, нет никого, кто бы это организовал, как это возможно, кто это все организует, помогает, это Шатакути Гопика, говорится, Шатакути Гопика, значит, сотни, Шата, это сотни десятков миллионов гопи. И как это возможно для Кавикарнапура? Возможно, что он описывал, что 3000 людей заходили в храм Гамбхиры. И поскольку там было Шри Чайтанья Махапрабху, они пришли, чтобы обрести даршан Гуранги. И как там находилось место для всех, хотя визуально, и там не было никакого проблем с размещением всех этих людей, хотя визуально Гамбхира, она небольшая, несколько метров всего. И как это возможно было вместить всех людей, желающих во время Махапрабху. И я уже сказал вам, что Гамбхира Мандир Апракрит, она трансцендентна. И она расширяется, когда нужно. И иногда согласно какой-то определенной лиле, она сужается или расширяется, чтобы удобнее было участникам этой лилы. Если это осознать, это как можно потом говорить об этом, что это апракрита. И вот Писание говорит, что трансцендентные вещи нельзя понять их материальным умом. И вот они родились из чрева Деваки, но они не соприкоснулись с этой Деваки. Это все по милости Йога Майи произошло. И в Чайтанья Чаритамрите Бхагаван Шри Кришна говорит, that Amihona Jani Najane Gopigon
Я не знаю, что случилось. Я занят с Лилой, и те гопи, они тоже... То все, все имеется в виду, что все нужное для Лил Шри Кришны, но автоматически происходит. Ни Кришна, ни гопи, они этим не заморачиваются со всеми принадлежностями, местами, расстояниями и прочими вещами. It's automatically being managed. Oh, Rasa Lila, who will be management of everything being going on? How they're increasing their love for me, how I'm increasing their love for them. Again, they are seeing their love, they're increasing their love. How when I see their love, again I'm increasing my love. Or is that automatic factor? Amiho na jani, na jani gopi bhava. I don't know. Without my calculation, it is. Without my calculation, it's an automatic factor. То есть Кришна говорит, что это все автоматически происходит по милости Йогамайи. So long, my Йогамайи. If I put question, how many? Если я спрошу, как это возможно для Путаны, которая находится в Тамагуне, как она до Кришны могла дойти? Хотя в Чайтамрите во всех шастрах говорится, что где Кришна, там не может быть никакой майя. И как это получилось так, что Путана как-то к Кришне смогла пробраться? И это невозможно для Путаны, для которой есть олицетворение Тамагуны, прийти к Кришне, но все это случилось по воле Йогамайи, чтобы показать славу Кришна Лила. Все негативные вещи, которые находятся внутри Матхуры, Гакулы, они как бы негативные, но все это с позволения Йогамайи случилось, чтобы явить большую славу Кришна Лилы. Поскольку Саджан Махини Майя и Вимук Джон Махини Майя и Йога Майя, и поэтому Рахини Яшода, они они держали своих детей на своих коленях, и как это возможно, что Путана пришла и собрала? И Вишванат Чакравати описывает, что есть... Rohini ma so clever, Yasoda ma full of affection, they cannot understand, whereas the Rakshasi, Ramavuni Rakshasi, coming and taking her, is all done by Yoga. То есть это по воле Йогамайи произошло, что пришла какая-то Ракшаси, и Яшода не смогла заметить, что это демоница какая-то, и отдала ей своего ребенка на кормление. И это обязанность Йогамайи, чтобы явить величие и красоту Кришна Лилы. И вот шесть этих детей, которые родились из чрева Деваки, они как бы родились, но они не соприкасались с чревом Деваки в то же самое время. И вот следующие, кто родился, он был, это был Ананта Дев, Нитянанда Баларам Санкаршан. Он явился в сердце Васудева, и потом
после того, как 6 месяцев прошло, это не день явления Баладева, я говорил, что по наставлению Юга Майи, о, Юга Майя, иди. И перемести вот этого ребенка 6-месячного в чрево Рахини, которая сейчас находится в Гокуле. Oh, where is the baby? The half-matured baby fall down. Oh. After that, that baby six months gone to. Этих детей поменяли местами, то Кришна, он явился как Аштамгарба, восьмой ребенок. И Кришна явился в сердце Васудевы сначала. Я уже говорил об этом. И что значит Матхура? Шрила Прабхупад говорит Матхура. Вот эти слова. Сияющее сердце Шуда Саттва Гьяной. Это уровень Матхуры Гьяна Бумики, где откуда Шри Кришна может явиться. И вот Кришна явился Парабрахма, он явился в сердце Васудева. И потом это сияние, оно вошло в чрево Деваки. И оттуда И Камса, когда он увидел сияющую Деваки, но он был удивлен. Он думал, что раньше я много раз видел, и сейчас она сияет, подобно огню. И он подумал, что какая-то проблема наверняка будет. Демоны, они всегда что-то считают, планируют. Поскольку Камсе предсказали, что 9-й ребенок Кришны, он или какой, ну, какой-то пащи. Асья. Девоки. То есть тот, кто родится из Шри Деваки, он убьет тебя. А кто именно, с какого по счету? И он решил, сказали, восьмой ребенок, он убьет тебя. И Нарада пришел и посоветовал ему, что... И вот когда Нарада пришел к Камсе, Камса поклонился ему, предложил почетное сиденье и сказал вот так и так, я Васудева Деваки освободил. А почему освободил? Поскольку мне пришло предсказание, что восьмой ребенок убьет меня. И ты великий царь, как ты неправильно посчитал, как неправильно. Те полубоги, они очень умны. Ты думаешь, что первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Они могут наоборот считать восьмой, седьмой, шестой, пятый. И таким образом. И Камса подумал, действительно,
Тогда лучше всех убить на всякий случай. И Нарада сказал, да. Нарада всегда хочет ускорить какие-то медленные процессы. Это обязанность Нарады что-то ускорять. То есть Камса раньше должен был убит, чем должен быть. Поэтому зачем ему долго жить? И вот он дал ему такую идею. You are calculating 1, 2, 3 goes. Oh, they can calculate just opposite. Maybe one is they calculating 8. After the second 7 one, number 7. Oh, really so? Then his brain gone. Then his blood. Then his brain gone out of order. He is going to arrest again for Sudev Devaki, putting him to jail and taking the boy and throwing him to A every year. Each boy taking birth. Everywhere they're just snatching and throwing on stone and killing each and every. И вот так Камса убивал всех детей Деваки. И вот до шестерых он убил. И следующий вопрос возникает. Как это было возможно, что эти дети по проклятию Хираньякашипу, они... Now point is that you can remember. I can come to the point, original point again. I can give you. И вот как они родились. И вот Махарадж говорит, как эти шесть детей. You can remember after a long time. И вот можно вспомнить, когда Кришна Баларам, когда Вриндаван Лила кончилась, они пришли в Матхуру, и в один день они отправились с Сандипани Муни, они изучали у него что-то, потом вернулись, и в Судефе Деваке они услышали, что Сандипани Муни дал пранаме. Сандипани Муни, какой пранаме хотел от них, чтобы они воскресили его умершего сына, они искали, нигде не было. И они пошли на Суталу, где Бали Махарадж, и спросили Бали Махараджа, что вот... что вот жена Сандипани Муни, они просят умершего сына и хотим вернуть их назад. И вот Кришна Баларама забрали их назад к Деваке, а нам забрали назад. Getting deep, they're going to get in heaven. How? Because you can remember that breast is Uchishta by Krishna. То есть там чуть-чуть не так было. То есть эти Кришна, он taken by the six boys, they one by one they go to their own place. И вот эти, после того, как были убиты, Кришна вернул их назад в форме детей. Эти дети, они, когда они сосали грудь Деваки, то поскольку это был прасад, то есть до этого Кришна уже пил это молоко с ее груди. И когда они только попробовали этот махапрасад от Кришны, то они сразу попали в духовный мир. И вернулись на свое, обрели свое прежнее положение, как сыновья Марича. Within 14 months,
end, almost end, approaching, then Rohini Ma giving birth to a very nice baby, Bala Dikyat Balam Bidu. И вот Рахини впоследствии родила Баларама Рахини Нандана. Баларама. И через какое-то время здесь, в Матхуре, в тюрьме Матхуры Деваки, она собиралась родить. И вот родился прекрасный мальчик через 8 месяцев. Рождение Кришны было особенным, и в Бхагаватам говорится, что Кришна явился в тюрьме как четырехрукий, в четырехрукой форме с лотосом, чакрой, раковины и пальцы в руках, и вся тюрьма, она засияла, как при свете тысячи солнц. И Васудев и Деваки, когда увидели это, они были удивлены, спросили, что это. И Господь сказал, что явился как ваш сын, но они сказали, что мы таких сыновей не видели. И Кришна сказал, да, правильно, но чтобы напомнить вам, что вы совершали баджан. И я был вынужден дать вам благословение, то, что благословение, что я явлюсь как в качестве вашего сына. As Krishna, I'm coming to give you a reminder that I am that Supreme Lord. И вот чтобы напомнить вам, что я тот Верховный Господь, я. Но они сказали, кто ж поверит, что ты наш Господь с четырехрукой форме. И Господь сказал, что я просто показываю вам эту форму, что я это я. И он принял, после этих слов, он сразу он принял форму обычного младенца. И вот так Деваки, когда Господь он исчез, он сразу явился как младенец на коленях Деваки. И также по милости Кришны они сразу же забыли, что только что видели Господа в форме четырехрукой формы, для того чтобы. Если бы они это помнили, то они не могли бы относиться к своему к Господу в форме своего сына как к сыну. Они не могли бы являть такую безраздельную любовь к нему. Только и вот так по милости Йога Майи они сразу забыли об этом. И Деваки. Она увидела своего ребенка на своих коленях. Она взяла его, поцеловала и начала кормить молоком. И вот суть в том, можно вспомнить, я уже говорил и еще раз напомню, поскольку сегодня день явления Шри Кришны, мы должны все обсудить и понять. И вот это был указание Васудева, что ты
возьмешь этого ребенка, и, а сказали Васудеву, что нужно забрать этого ребенка, пересечь Ямуну, дойти до Гокулы и оставить его там. А как я могу пойти? Нет, моя йога Майя все сделает. У него было... Он в тюрьме был, его... Было это... цепи на ногах, но по милости йога Майя все снялось. Она открыла двери в тюрьме, и он взял этого ребенка на руки и пошел. И дочь в то же самое время проходил, но Анантадев, он держал Кришну и шел, но Анантадев своим капюшоном, он защищал его от дождя. И после этого Васудев дошел до Ямуны, и он увидел, что как я могу пересечь Ямуну. Так много волн и течения, и особенно с этим, с ребенком, как можно пересечь ему. И тогда йога Майя, она послала какого-то шакала, и он увидел, что какой-то шакал прошел по этой Ямуне и не утонул, и он подумал, что тоже может пройти, и перешел Ямуну просто. И в различных Пуранах говорится, что Кришна упал в воды Ямуны, чтобы благословить Ямуну, и поскольку Ямуна очень переживала, что вот Кришна проходит и даже не прикоснется к ее водам. И Васудев, он очень распереживался, куда же пропал ребенок, и увидел, что он в воде. И вот... И так они безопасно, успешно дошли до Гокул Махавана, это рядом с Нанда Баваном в Гокуле. В Гокул Махаване находится там особое место на холме, где Кришна родился. И Васудев, когда он дошел до туда, он положил этого ребенка на постель, и по милости йога Майя, Яшода, она была без сознания, она не заметила этого. И в то время Джива Госвами Пад, он описывает Гопал Чампу в то же самое время, в 12 ночи, в то же самое время в Рахини Накшатава. Кришна явился, и йога Майя также явилась, но никто не знает, какой здесь секрет в этом. Сначала Кришна родился, и потом как его сестра йога Майя, и поэтому мы отмечаем эти аштами тити, какие аштами, поскольку иногда аштами прикасается с саптами, иногда аштами находится в соприкосновении с саптами с предыдущим днем, седьмым, и в то время мы не можем соблюдать джанмаштами, когда... То есть, когда саптами, то есть седьмой день, восьмой кончается, соприкасается, то мы не можем соблюдать джанмаштами в этот день. А мы должны соблюдать то аштами, которое соприкасается с навами. И вот мы отмечаем джанмаштами, которые соприкасаются с навами титхи. С девятым днем. И какие навами? Есть три разных навами. И мы должны посчитать, когда точно время восхода солнца. И согласно этому подсчету мы должны смотреть, если санрайз, если восход солнца с навами соприкасается, то нельзя.
поскольку Кришна явился в Аштаме, и потом чуть позже Йога Майя родилась, явилась. Йога Майя навсегда является в Навами после Аштаме, но там совсем небольшая разница, и сейчас никто не знает, как материалисты, они спорят друг с другом, но Джива Госвамипад, он дал нам такую сиддханту с различных Пуран и прочего, что есть, что в Матхуре Васудев Кришна явился в тюрьме как Камса, как в тюрьме как Камсы от Васудева Деваки, и здесь также Кришна, он родился от Нанды Бабы Яшоды, от Яшоды Ма. Но вы должны запомнить, что Бхагаватам это Пурана Амалам. Вот это шлока, что тот Бхагаватам, который это стандарт, установленный Махапрабху, это наивысшее свидетельство. И там говорится, что Нандатма. И это вот на санскрите такие слова говорятся нам. От, то он родился от Нанды и Яшоды. Но это титул не дан Васудеву и Деваке, он дан Нанде и Яшоде. Нандатма Джо. Он подобен их сыну. Но это звук, он не применим к Васудеву и Деваке. И никто, в то же самое время родился сначала Кришна, потом через короткое время Йога Майя родилась в форме тоже маленького ребенка. И когда Васудев он пришел с Кришной, он зашел в комнату Яшоды, но не мог видеть, где же Кришна, по милости Йога Майи. Йога Майя она сделала так, что Васудев он не мог увидеть ее, и поэтому он положил ребенка Кришну туда и забрал эту девочку и вернулся назад в тюрьму, чтобы Камса не понял. И вот так же он взял и назад пошел, пересек к Ямуну и вернулся в тюрьму, и тем временем Йога Майя все это Йога Майя сделала так, что тюремщик спал, и все стражники спали, и ничего не заметили. И что дальше случилось? Васудев, он в тюрьму зашел, и двери закрылись, и цепь также, она на его ноги сама закрыла, защелкнулась, и вот и только звук был плачущего ребенка, и эти тюремщики, и кто заботился об этой тюрьме, они начали кричать. И побежали звать Камсу, чтобы информировать, что вот поскольку Камса дал указание, что вот как только родится, сразу сообщить, и вот они пошли Камса. Он спал, сразу проснулся и побежал. Побежал в тюрьму.
И вот он сразу зашел в тюрьму, взял этого ребенка, эту девочку, девочки, начала плакать. О, брат, это же девочка, зачем? Что ты будешь с ней делать? Пускай живет. Нет, отдай. И вот он забрал эту девочку от Деваки. Деваки пыталась как-то защитить ее, уговорить оставить, но не смогла. И вот он кинул ее о землю, но эта девочка, она ускользнула из его рук, взлетела выше и приняла восьмирукую форму и засмеялась. Камса посмотрел, что случилось, я такой могущественный, как она выскользнула из моих рук, и он увидел ее в восьмирукой форме. И она спрашивала, зачем ты хочешь убить меня, поскольку тот, кто убьет тебя, он уже родился. И Камса был очень опечален. И после этого Камса собрал своих министров и начали думать, что же делать, и Камса сказал, так много я думал, что те люди всегда лжут, врут, но и теперь я вижу, что даже полубоги врут, а до того вот думал, что только люди врут, и что случилось, что же такое, и что же делать теперь, и они узнали, что где этот ребенок, где он родился, лучше убить всех, кто родился в течение двух месяцев прежних, и поэтому лучше всех убить на всякий случай и не думать об этом. И вот он решил отправить Путану, Путана не смогла. Потом Тринаварту отправил Агасура, Бакасура, и все эти демоны не смогли убить Кришну. Они не смогли находиться рядом с Кришной. И другое, мы изучали Бхагаватам, мы слышали Бхагаватам от Гуру Вайшнавов, и мы слышали, что Кришна убил всех этих асуров, демонов, Путану и прочих. Но в Бхагаватам говорится, нет, Кришна никого не убивал, поскольку Кришна, он заинтересован в том, чтобы являть свои лилы и играть на флейте. А кто же убил? Это Вишну был, который находится в его сердце. И в читании Бхагаватам говорится такие слова, что демоны, они были убиты Кришной, мы видели. Нет, это не Кришной, они были убиты Вишну. У Кришны нет времени никого убивать, он своими лилами занят. Даже Кришна, он пролил свою милость на Путану, которая пришла, чтобы убить его ядом со своей отравленной груди, но Кришна настолько милостив, что он благословил ее. Путана плакала и кричала, она пришла в форме прекрасной женщины, но когда Путана taking that baby and go outside, then after that when giving breast milk with poison cow's bees, then Krishna когда она накормила, пыталась накормить
Кришну отравленной грудью, то Кришна, когда он сосал молоко из ее груди, он высосал ее жизнь. И вот она просила оставить ее. Но Кришна сказал: ты, мать, ты хотела накормить меня, сейчас ты хочешь меня выбросить, как это возможно? Если кто-то оставит меня, это мой принцип, что я не оставляю его. Я не могу оставить тебя. И это мой принцип. Если кто-то оставляет меня вначале, то есть тот, кто стремился ко мне, потом оставляет меня, то моя обязанность так или иначе вернуть его назад. И поэтому Кришна Бхаджан, он никогда не будет зря. То есть Кришна Бхаджан, он никогда не будет совершаться зря, мы получим плоды этого. Кришна Бхаджан не в этой жизни так, в следующей, если не в следующей, то через одну, если не через одну, то через две и так далее. Поскольку если вы совершаете Кришна Бхаджан до какого-то уровня, скажем, на 20%, то потом вы, если все равно хорошо, и в следующей жизни вы с этих 20% начнете. И вот Путана, она была убита Вишну, а не Кришна, и в то же самое время. И Кришна даровал ей положение, которое подобно матери, положение кормилицы. И вот Кришна очень милостив. Кришна, он не бросил даже Путану, которая пришла с такими низкими мотивами к нему. И мы видим, что Кришна, он явился в Гокуле, и день за днем разные проблемы возникали. И следующее, что такое Враджа-дама? Мы говорим Враджа-дама. И что такое Враджа-дама? Враджанат, Враджа, то это то, что расширяется до бесконечных размеров. И следующее значение — это бра, брама, бра значит брама, джа значит джанма, рождение. Там, где явился Кришна, это место называется Браджа. То есть там, где явился Брама, Парабрама, Паракхилеша, Верховный Господь, это сам Шри Кришна, это место называется Браджа. То, где явился Верховный Господь, Сваямру Бхагаван, где он явился, это место называется Враджа. И поэтому Враджа, и вот сейчас относительно явления Кришны так много споров во всем мире происходит, но мы не будем с ними сотрудничать, поскольку у них своя концепция, свои идеи насчет этого. Но мы знаем, что надо Бхагаван Шри Кришна, он явился с чрева Яшодыма и
Нанды Бабы. Он сын Нанды и Ешоды. И Васудев Кришна, Дива Госвами Патан пишет, что когда без информирования, то есть когда без никого предупредив, когда этого Васудева Кришну положили на кровать, и в то время этот Васудев Кришна, он слился с Нанданом Шри Кришной, поскольку все знают, что Верховный Господь, он Нанданандан Шри Кришна, своим Бхагаван, и внутри его можно видеть всех аватаров. Внутри Шри Кришны находятся все аватары. И внутри Кришны Рама, Нрисимха, Вараха, Курма. Бесконечные аватары можно найти внутри Кришны. Подобно тому, когда какой-то министр едет куда-то, можно видеть сирена. И его эти спутники, как их, и также его спутники, его свита следует за ним, и также, когда Кришна является, вся свита Кришны, все его спутники, поскольку Кришна — это он не аватар, он аватар. Это источник всех аватаров. Это все аватары, они исходят из Кришны. И поэтому, когда Кришна родился, явился, можно видеть, что все Васудев Кришны и все остальные, они уже были внутри него. Но как доминирующий фактор Кришны является лила. И иногда, когда какие-то демоны убивают других демонов, то в то время Кришна, когда убивает других демонов, Вишну, он действует как преддоминирующий фактор. А Враджа-лила, она вся совершена была Кришной. И в читании Чайтамрите говорится, что Рам, Нисимха, Вараха, они все пурна-татва, они полные, они не половины экспансии, а вот Рам, Нисимха, Вараха, Вамана, они пурна-татва. Но одна проблема, хотя они пурна-татва. Positive, comparative, superlative. First degree, second degree, third degree. So Purna, Krishna is Swarupa Purna. Krishna on. Actually, Krishna actually, what I say? Что я хочу сказать, что Кришна, он полон. И Рама, Нрисимха, Вараха, они тоже полны. Кришна Пурнаттама. Они полные. Полные аватара, и в Упанишадах говорится. Вот в этой шлоке. Подобно тому, как из тому, от того огня можно зажечь другой огонь, и этот огонь он тоже будет огнем, и тот огонь, от которого зажгли новый огонь, он свой качество не потеряет. Но тот изначальный огонь, у него есть какая-то особенность, поскольку он зажег все остальное. И также из Кришны являются все различные аватары, они тоже целые аватары, но согласно проявлению их лилы, их степени важности, у них различная важность, Кришна являет лилу в полной форме. Что это значит с всеми пятью различными расами полностью? Кришна являет такую лилу. И в читании Чайтамрите говорится, что дать Враджа-прему Рама, Нрисимха, Вараха, даже Матхурадиш, Дваракадиш Кришна, они не могут дать Враджа-прему, которая уникальна.
Враджа Према, она уникальна, и та причина, почему Махарши Чайтанья Махапрабху явился здесь, это та же самая причина, чтобы распространить Враджа Прему, но немножко другим образом. Кришна Према или Кришна Према дает Шри Чайтанья Махапрабху косвенно. И это единственная причина, по которой Шри Чайтанья Махапрабху явился, для того, чтобы распространить Враджа Прему, чтобы дать нам представление о том, как можно начать Рагануга Баджан, чтобы показать людям, что Рагануга Баджан, как в этом мире никто не знает, что такое Рагануга Баджан. И сам Шри Кришна, после того, как он ушел, он принял решение явиться опять в форме Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы проповедовать Рагануга Баджан, и об этом я в дальнейшем могу говорить. И вот в эту Враджа Прему, эту Враджа Прему для Рамачандры невозможно распространить, да, для Мадхурадиша или Дваракадиша Кришны это также невозможно. Кришна говорит, что кроме меня, Нанданандана Шри Кришна, никто не может даровать эту прему, я единственный источник ее. И Кришна пришел в этот материальный мир, Нанданандана Шри Кришна, чтобы распространить эту прему среди своих преданных. И это секретная причина его явления, и кто-то может спросить, что Кришна явился в каждую Двапар-югу, он является... Если Чайтанья Махапрабху в каждую Кали-югу, нет. Не так. Нет. Не каждую Кали-югу. Не каждую Двапар-югу, в особую Двапар-югу, когда Кришна является в следующую Двапар-югу. Гуранга Махапрабху является в следующую Кали-югу, точнее, Гуранга Махапрабху. В ту особую Двапар-югу, когда он является в следующую Кали-югу. И вот Кришна, он думает, что я явлю такую лилу, но никто не может понять, поэтому, чтобы ее объяснить, я явлюсь как Гуранга Махапрабху. Кали-юга, она продолжается 432 тысячи лет. И в два раза больше два праюга. И вот, если потом третья юга, потом сатья юга, и вот когда 71 сатья юга проходит, точнее 71 четыре юга. И вот так 71 раз четыре юга проходит, и один Ману Махарадж, он оставляет свое положение, но новый Ману приходит на его место. И вот 71 четыре юга – это жизнь одного Ману. И Брама в течение одного дня Брама. И в течение дня Брама 14 ману меняется. У них различные ману. Вот сейчас Вайвасвата ману. This 14 ману gone.
then Brahma's one day only. Within Brahma's one day, we can expect 14 Manu to come, and within this 14 Manu, 7th Manu, 7th Manantar, if you calculate, Satvatrita Dapalpur is gone, 27th time gone. Then 28th time, after 27th time gone, 28th time, И вот так 28 Читра-югу Кришна является, и после этого следующую Кали-югу является Шри Читани Гуранга, Шри Читани Махапрабху. This calculation, if you do, then every Kali Yuga Krishna not coming. No. Every Kali Yuga Krishna coming, but that Krishna is different Krishna. That not this Krishna. And be careful about this saying. Every Kali Yuga. И в каждую Кали-югу Шри Чайтанья Махапрабху является не в каждую Кали-югу, как и Кришна не в каждую Двапар-югу, не каждую Двапар-югу является, и Двапар... This is Krishna Tangata, then the rest is Pita Yuga, Pita Varan. That's been Kali Yuga. But each Kali Yuga has Pita Varan, not Gauranga Mahaprabhu. But Sankirtan Dharma is effective and applicable in each Kali Yuga. Sankirtan Dharma, она эффективна и применима к каждой Кали Юге. Даже если Шри Чайтанья Махапрабху не является, но Sankirtana Dharma, она эффективна во все Кали Юге. В Сатья-югу говорится, что медитацию дьяна можно совершать, да, но все же санкиртана, она применима эффективно во всех югах. Но в Сатья-югу главное настроение баджана – это медитация, и люди, они тысячи лет живут, не тысячи, а 100 тысяч лет точнее, и у них есть достаточно времени совершать медитацию. И таким образом, но в каждой югу, в трета-югу ягья, основная дхарма – это ягья. Но санкиртана, она эффективна и применима всегда во всей юге без каких-либо условий. В Двапар-югу арчана, но все же Шрила Прабхупад говорит, санкиртана, она более эффективна. И также во время Бали Махараджа я могу доказательства привести в Сатья-югу. В то время Бали Махарадж совершал ягью. Вы помните, когда Ваманадев пришел на его ягью, вы можете вспомнить, и в то время, когда все кончилось, Ваманадев явился в форме Тривикрама, забрал все. И Шукрачарья, он предупредил Бали Махараджа, но все же Бали Махарадж сказал, хорошо, пускай забирает. Бали Махарадж не потерял ничего в итоге. Если ты проклял, он сказал своему гуру, что если ты проклянешь меня, то хорошо. А почему? Поскольку Бали Махарадж, он был учеником Прахлад Махараджа, хотя внешне можно выглядеть, что Шукрачарья, он его гуру, но он карма, канди гуру. Внутри сердца Бали Махарадж, он не придавал большого значения его словам. И когда Шукрачарья сказал, что он сам Шри Вишну, то он решил, что он точно даст то, что он обещал.
до этого я думал, что он простой браман. Но и для брамана я не могу нарушить свои слова. Сейчас ты говоришь, что он Вишну, то тогда я несомненно дам ему еще больше, чем он хочет. И вот после того, как все кончилось, Бали Махарадж, И вот как же закончить ягью, поскольку посередине ее прервали во время раздавания пожертвований. И Шукрачарья сказал такую сиданту. О Господь! Если есть какие-то недостатки относительно времени, места и обстоятельств, может быть, какие-то проблемы, поскольку это материальный мир, когда мы совершаем ягью, мы должны совершать санкиртану. Если мы будем совершать ягью, но все же санкиртана должна быть... Как в Гаудиаматхе, например, если Яги какая-то происходит, но также и санкиртана совершают, поскольку без санкиртана ничего не будет совершено и закончено. И если есть какие-то проблемы в Яге, может, Геги осквернено было, может, еще что-то. You are getting fruits and flowers, this and that. Who can say it is not contaminated? I have seen. They are taking beedi and after that giving you flower, fruits, everything you are collecting from market. They are doing it. After that they are touching everything. Sweet some you go. I hate to take sweet from salt. Only card I like. Okay, no problem. Because they are not touching. You don't know at the time sour summer time, all sweat coming. There sweat coming here. You are thinking, oh Maharaj, nice sweet. То есть можно видеть, что сейчас практически все оскверняется. Если кто-то цветы продают, они могут курить параллельно, сморкаться и этими руками потом цветы трогать, и они оскверняются таким образом. Либо кто-то сладости делает. А если жарко тем более, то они, люди потеют, естественно, и пот так или иначе попадает в эти сладости, они тоже оскверняются. И поэтому нужно совершать санкиртану, чтобы все эти несовершенства, они исправились. И вот Шукрачарья, хотя он был демоном, но он сказал такие совершенные слова. Он... Если ягью начали, то очень плохо ее бросать на середине. Однажды, 35 лет назад, какой-то очень богатый человек организовал ягью, очень большую, такую, как совершали во время Двапара-юги. Но этот человек не мог завершить ягью, и вся его парампара, все они, все в итоге из этой ошибки во время яги, поскольку не было достаточно могущественного брамана, то и цель их не была достаточно чиста. И but the jagya is just not equal to sankirtan. И, в общем, все его, в итоге, это яги, все его дети, родственники и прочие, все померли. И вот, и мы можем совершить сотню ашамьях яги, но это не сравнится с санкиртаной яги. Санкиртана, она самая благоприятная, самая могущественная. И вот Кришна явился, но мы более счастливы, что Кришна явился в форме Харинама. Когда Кришна явился, мы очень
радуемся, это хорошо, несомненно, но мы более удачливы, поскольку Кришна является, когда Кришна является в форме Харинама, в форме святого имени, поскольку Кришна, Он не отличен от своего святого имени. И я могу сказать, даже Кришна, имя Кришна даже больше, чем сам Шри Кришна. И вот смотрите, Гауранга Махапрабху, он явился как в то же самое время, когда он явился. Кришна нам, он в форме Санкиртаны, он тоже явился. Поскольку он, когда был ребенком, он плакал, и гопи и прочие, они воспевали святые имена, и тогда он переставал плакать, и с тех пор они поняли, что они совершают, когда они совершают Харинам, он перестает плакать. И когда Кришна явился, он тоже явился вместе с Санкиртаной. Один Кришна нам, он более чем, его более чем достаточно, но этот Кришна нам, он должен задеть, затронуть наше сердце, он должен быть чист, и не должно, когда мы повторяем имена Кришны, это произношение и и когда мы повторяем имя Кришны, то не должно быть никакой майя в это время, никаких преград с ее стороны. А если они есть, то, соответственно, если мы повторяем святые имена, то не получаем полного удовлетворения от повторения этих святых имен, поскольку мы находимся не в том, не на том положении, когда мы сможем повторять чистые святые имена. И в тот день, когда вы осознаете, что Кришна, и Он не отличен от Кришна Нама, и в тот день, когда вы сможете видеть Кришну, воспевать Его святые имена, это будет чистый Харинам. И не будет никакого осквернения майи, и это главное. Когда мы совершаем баджан, когда мы говорим о Кришне, когда мы совершаем Харинам Санкиртану, какая-то майя, она препятствует все время. До тех пор, пока мы не возвысимся до того уровня, когда наше сердце будет абсолютно чисто, и тогда мы, когда мы воспеваем имя Кришны, то вместе с этим Кришна нам можно видеть Кришну, который стоит перед нами как Мадхавенда Пурипад, когда он повторял имя Кришны, то сам Кришна являлся в его имени, в форме семени. То есть и в начале всего имя, святое имя должно явиться, и после этого постепенно, когда качество гуны, качество Кришны явятся, потом парикара, сначала лила, потом парикара и все остальное. И таким образом не должно быть никаких препятствий майи, когда мы воспеваем Харинам. Это возможно только тогда, когда у нас есть не просто желание, а такое сильное желание, огромное желание, нужда обрести Шри Кришну. И в этом случае Кришна, Он явится, и сегодня Кришна явился в форме Васудева Кришны, и мы более счастливы, что Кришна явился в форме Нандананданы Шри Кришны. There with Krishna.
Вместе с Кришной мы получаем много возможностей, например. Сегодня с явлением Шри Кришны у нас появилась возможность иметь отношение пяти видов, в пяти расах. До этого не было. До явления Рамы, Ваманы, Нарисимхи не было всей полноты расы. Когда Рамачандра явился, то хорошо, Сакья-раса была, но она и то не полная, наполовину. И Ватсалья, она тоже не полная была, но когда явился Нанда-Нандан Шри Кришна, когда Нанда-Нандан Шри Кришна явился, и сегодня у нас есть возможность иметь пять видов отношений, пять видов рас с Шри Кришна в ее в такой самой полной степени, ну, согласно естественно нашем уровне. Если мы хотим иметь отношение в Ватсалья расе, мы должны следовать Нанде и Ешоде. Если Сакья расы, Уджала, Шидаму, Васудаму, вот эти гопа мы должны следовать. Если Дася расе, то мы должны следовать представителям Дася расы. Если Шанта расы, то, например, это Ямуна. Ямуна, деревья, кустарники, коровы, песок на берегу Ямуны, они все в Шанта-расе находятся. Они не могут говорить, но они могут чувствовать великолепие Шри Кришны. Они все в Шанта-раса Бхакты. Что значит Шанта-раса Бхакты? Если они and somehow we can engage Santarasa Bhakta to do seva, then they can do. Otherwise, they can do seva secret. Like Gomata. Gomata cannot give. То есть преданные в Шанта-расе, они такое пассивное служение оказывают. Молоко, например, они сами не дают, надо пойти и взять у них. We have seen that Surabhi Gomata drenching milk on Govinda Dev. And the history, long history, almost 400 years back, or 440, 450. Хотя можно был случай с Гоматой Капила, и вот эти особые коровы их, особые коровы ни на кого не нападают, и рога у них очень особые. И вот это корова Сурабхи. И вот когда Рупа Госвами открыл эту виграху Говинда Дева, то Говинда был внутри земли. Но это корова, это Капила Гай, она приходила и поливала молоком этого Говинда Дева. И один пастух заметил это, рассказал Рупи Госвами, они пошли вместе, раскопали и увидели, что там Говинда Дев. И это особое место Йогапит Вриндавана. И в году только на 6 часов он открыт. Those pandas, they never open.
inside that bhumi, go down and down, he can find Yoga Maya there. И внутри этой земли Йога Майя находится. И это старый Говинда Мандир красного цвета, он тот изначальный, а сзади Йога-Питха, наш Йога-Пит здесь, а не на той стороне реки, будьте внимательны. И когда в будущем, если у вас возникнет желание воспевать святые имена, то в начале всего ваша обязанность утром вспомнить, сконцентрировать свой ум на йога-питхе. Майяпур йога-питхе. Вот на этом йога-питхе это наставление Вишвана Чакравати. Когда вы только проснулись, даже совершить медитацию на лотосных стопах вашего садгуру Парам Гурудева и Парамишти Гурудева, и потом сконцентрировать вашу на Нитянанде, на Гуранге Махапрабху. И все преданные, они в одном месте, они служат сочетанию Махапрабху, вот в этом месте, на Йога-Питхе. И Варати на этом поется, об этом поется, а во Вриндаване вот другой киртан. И этот, в этом киртане написано, что Бхактина Такурам, он очень прекрасно все описывает. Баджа Гора Гададхара, вот Махарадж строки произносит из киртана. И таким образом, это есть йога-пит. И Кришна явился в Гокуле, в Гокуле-даме, во Вриндаване. А Шри Чайтанья Махапрабху явился здесь. И поэтому Джаганнатас Бабаджи Махарадж, он указал на это место, и Бхактин Такур тоже. Они увидели огромный свет, исходящий из этого места. И что же это за место? И когда они узнали, что это то самое место, оно было указано Джаганнатас Бабаджи Махараджем, и какой-то мусульманин тоже. Они говорили, что это очень странное место, мы пытаемся вырастить какие-то овощи, но ничего не растет. Мы сажаем, но одни тулуси растут все время. Что бы мы ни сажали здесь, ничего кроме тулуси тут не растет. Особое место. И вот то место, Гокул-дама и Гокул и Галок, они не отличны друг от друга. Шрила Бхактивинода Тхакур, он дает нам представление о том, что Гокул и Галок, они не отличны друг от друга. И когда вы находитесь, достигли совершенства, то вы увидите, Галока находится в Гокуле. Единственная разница, что и вот чистые преданные могут видеть Галоку в Вриндаване, но здесь в Гокуле. И это Гокул Лила, она более великолепна, поскольку здесь Йога Майя Камсу организовала так много препятствий, которые... А после, если бы не было этих препятствий, то Кришна Лила, она не была бы столь великолепна. И эти негативные вещи, они усиливают эту Лилу. А на Галоке нет никакого Камсы, только Бава есть. То есть чувство, что есть
что есть Камса, оно есть, а самого Камса физически нету. Как мужа Радхарани на Галоке нету, а здесь он есть, Аян Гош. But still, there is charming, you know, enjoyment. If there is no barrier, no negative point, we cannot get thrilling enjoyment. Okay, so negative point all arranged by. И все это негативно организовано Йога-майя для усиления Кришна-лилы. И таким образом Кришна явился, и сейчас Нанда Махарадж утром обнаружил, что ночью Яшода была очень... Она родила второго ребенка. И утром, когда она пришла в сознание, она обнаружила, что вот мой сын здесь, но она была очень слаба, но все это по милости Йога-майя происходило, и Нанда Баба пришел, и они увидели это и начали танцевать от счастья, вся Вража-дама. Мы не можем надеяться, что Нанда Баба то, что никто не ожидал, что не могут родить ребенка в таком позднем возрасте, им уже далеко за 50 было. И вот все враджаваси, они... Moving around, all information gone. Hey, Nanda Baba having one boy, very nice boy. Where's everybody? Because Nanda Baba is king of Vrajadhama. So all Nanda Baba, он царь Враджадамы, и поскольку он был буквально царем, все враджаваси не пошли смотреть на его ребенка. А здесь что случилось? Когда Васудев, он увидел своего сына внутри тюрьмы, Васудев, он был очень счастлив, поскольку Кришна явился в форме Васудева Кришна. И Васудев Кришна, он... Он захотел отметить это как следует, раздать пожертвования Брахманам и Вайшнавам. Но он был окован цепями и ничего не мог сделать. Но Бхагаватам говорится, что он в уме все это сделал, пригласил всех и раздал в уме Брахманам тысячи коров. Приходит Бхагаватамрите, Санатан Госвами дает превосходный пример, что один браман на Годаваре, он был очень беден, ничего не было у него, чтобы поклоняться Шалаграмам, у него только вода была и туласи, только он так поклонялся, но в уме он совершал. Вот он сидел, приготовил параману и прочее, и предлагал Шалаграма. И вот он очередной раз готовил, совершал киртан, и он думал, что может парамана остыла, можно предлагать, и он проверил пальцем ее температуру в медитации, и он обжегся так. И Нараяна и Лакшми, они засмеялись там. То есть, если у нас есть возможность, мы должны как следует отмечать день явления Шри Кришны, другие праздники, а не просто в уме.
Это для тех, кто, ну, у кого ничего нет, они могут в уме делать. И вот мы можем... И вот в этот день мы должны воспевать святые имена, поскольку в эту Кали-Югу для обусловленных душ воспевание святых имен не очень благоприятное, поскольку если просто будем думать о Кришне, то наш ум очень часто может в другое место куда-то его увести. Поэтому хорошо, если мы совершаем санкиртан и гитса. И очень хорошо, если вы будете помнить наизусть все киртаны. Шри Чайтанья Махапрабху и его спутники, они совершают киртан, и они всех помнят наизусть. И так или иначе, это особенность, и мы находимся в Говардхаме, и тот самый Кришна явился в форме Гауранги Махапрабху, и у нас благодаря этому есть у нас больше возможностей, и благодаря Панчататве, если у нас нет возможности повторять имя Кришны, мы можем повторять имя Гауранги Махапрабху. И благодаря повторению имен Панчататвы и вот Гауранги Махапрабху мы можем получить возможность, способность воспевать имя Кришны. А почему? Поскольку имена Панчататвы они не принимают оскорблений, они игнорируют наши анартхи, которые у нас могут быть. И это особое качество этой Панчататвы. То есть, если у нас есть какие-то анартхи, то мы все же можем воспевать имя Махапрабху и имя Панчататвы. И постепенно воспевая их, мы станем достойными воспевать имя Шри Кришны. И вот перед тем, как повторять Махамантру на четках, лучше повторять сначала именно Панчататва. И после этого мы должны молиться лотосным стопам. Харинама Мале. Мы должны простить, чтобы у нас не было никаких беспокойств в процессе повторения святых имен. Может, с утра мы с 3 или 3.30 с утра начинаем воспевать Харинам. И иногда кто-то зовет нас, беспокоит и еще что-то. И мы должны молиться лотосным стопам Харинама Прабху, чтобы никаких беспокойств не было во время воспевания святых имен. At that time, you can switch off your phone. Like idiot, if you do, open the phone. Когда мы воспеваем Харинам, нужно не отвлекаться ни на что иначе. Если будем отвлекаться, можно совершить оскорбление и погрузиться в майю. Don't do Харинам with mobile. Many times, but they are not going to open. They can get severe punishment. Если совершать харинам с оскорблениями, то мы какие-то намапарадхи только соберем. To stop Harinam, then Namapara. Because you are going to run Namapara, so nobody is going to open.
Харинама, when you are looking, concentrated, then automatically you can develop your heart. Your heart can become pure. И когда мы по-настоящему воспеваем Харинаму, мы обнаружим, что наше сердце очистилось, и Кришна явится в нашем сердце. Если мы не обнаружим Кришну, который явился в нашем сердце, то наша жизнь станет бесполезной. Шрила Прабхупад говорит, что мы даже чувствуем, что Кришна всегда является в нашем сердце, что поток лилы, он должен быть в нашем сердце, и тогда мы можем получить благо от явления Шри Кришны, Джанма Джанаштами. Or regarding any, if there is any ambiguity, any complicacy, you can understand. Any question, if you have, you can put. No. Maharaj, this is an old question. Many devotees also get answers from different acharyas when they were asked, "Oh, how this Shakta Brahma? Like, if somebody say we can only read books, of course, we have the same success." Then to hear from some personal living sadhu, only what you can say to that topic. Because some also say those recordings, we can listen to recordings, we don't need to listen to one living sadhu. Насчет саду санги вопрос. Шрила Гурудев говорил, что харинам мы должны слушать от живого саду непосредственно. Запись есть, это тоже хорошо, но все же мы должны пойти получить саду от... То есть во время посвящения мы должны получить харинам от живого саду, от записи нехорошо. А также слушать харикатху в записи, конечно, хорошо, но слушать живого саду еще лучше. In the form of picture can come. Suppose I am going to hear Harinam Harikatha from Guru Maharaj. If Guru Maharaj is not present, I am here in record, then automatically when I do Guru Gayatri, automatically the form of Guru Maharaj coming in from. Follow. Try to realize it. Directly, as if Guru Maharaj is standing in front of me. If I cannot realize that way, then my Anit is not perfect. То есть, когда мы повторяем Гуру Гайтри, Гуру Мантру, то тогда Гуру Махарадж, он должен явиться в нашем сердце. И когда также вы слушаете Харикатху, то есть, может быть, вы вживую никогда не видели каких-то ачарий, которых вы слушаете, но в то время, когда вы слушаете Харикатху или Киртаны, то... Не всегда вы можете обрести такое, как сказать, такое видение даршана саду, и поэтому нужно также совершать такую прямую саду сангу, вживую слушать саду Гуру Вайшнавов. Но наш ум, он может схватить практически все в форме картины, в форме изображения. Если я хочу что-то запомнить, например, ум он обычно запоминает в форме изображения, как мой Гуру Махарадж в 1999 году Гуру Махарадж говорил. Power,
problem, we are losing, feeling tension, feeling annoyed, disgusted, due to some surrounding situation, losing memory. But that memory power is so strong. И вот способность ума, она очень велика, и, но не, очень редко кто использует ее полностью. И вот ум может помнить запросто все как в виде картинки какой-то, какого-то изображения. И киртаны, если мы хотим запомнить киртаны, если мы сможем увидеть киртан, как сказать, картинкой, то есть или хотя бы номер, ну, проще запомнить киртан в образе, в форме не слов, а образа. И поэтому так, что лучше видеть, общаться с живым саду. И тем более, если вы харинам от кого-то получаете, то тем более нужно вживую получить харинам, а по записи нехорошо, плохо. И это звук, который... For some time you are watching Gurudev getting some kripa, otherwise suddenly you are coming, you have never seen Gurudev. Gurudev I like to the Dikha, and they are giving Dikha. Sanatana Goswami not speaking this way. Вот, согласно Санатани Госвами, перед тем, как получать дикшу, это должно быть подобно эксперименту. Обусловленные души не могут по милости Чайтья Гуру получить, они не могут проверить своего Гурудева, поскольку Гурудев, Садгуру, это не вопрос, то, что можно проверить, но Гурудев может проверить вас. Then 100% Chaitanya Guru can touch heart and speak is Sadguru. You see all activities. Но если вы находитесь рядом с Садгуру, то Гуру в сердце, он может вам сказать, что вот он действительно настоящий Садгуру, и вы можете принять прибежище у него. Но если по-настоящему искренне, чтобы обрести Садгуру, то чаять Гуру, Гуру в сердце, он может вести вас, как я, например, я когда увидел фотографию моего Гурудева, Гуру с нехто в сердце, он сказал, что вот это твой Гуру. Я понял, что это он. Но я, но я чувствовал, что мой Гурудев очень могущественный, очень сведущ, очень знающий, но и потом, когда встретил его, я понял, поскольку у нас есть также бессознательное, если наше сознание, точнее, подсознание что-то поддерживает, то это впоследствии явится в реальности. Если вы, например, решили обрести лотосные стопы Кришны без этих сомнений, с огромной решимостью у вас есть, то тогда, по милости Кришны, это так и произойдет. И в момент оставления вашего тела вы будете думать о Шри Кришне Чайтанье Махапрабху, о Гуру Варге. Но проблема, что наше подсознание, оно очень часто нас не поддерживает. Мы очень слабые, полны проблем и прочего. Всяких беспокойств, и наш ум, он занят этими вещами, которые подобны облакам, тучам на небосводе. И вот из этого мы не можем видеть явление Кришны в нашем сердце. И вот сегодня в 12 ночи Рахей Накшатра мы должны чувствовать явление Кришны. Pasvantiyam yogina yasam tanda vidosura durgana devaya dasmari nama. You cannot sing at a time with me. Yagvam varnendaru damarto
Повторение Харинама нужно. Находиться в одном месте или ходить, желательно рядом с Туласи и воспевать святые имена. И посторонние звуки. Это нехорошо, если они присутствуют, особенно какие-то мирские звуки, какие-то инструменты непонятные. И во время воспевания святых имен мы должны думать о святых именах, по крайней мере, о написании этих святых имен, хотя бы о вот на этом о Махамантре в форме текста и Туласи. Мы должны помнить эти святые имена. И постепенно мы должны думать, что этот Харинам, он не отличен от Радха Кришны. Я видел в моей жизни 10 лет назад, я был в Калькутте, в типографии, и человек какой-то, он был этим компьютерщиком из Солт-Лейка, и слушал Харикатху и помогал. Ну, я работал заодно. И вот он говорил, что Махарадж, я вот Экакшара Брахма мантру повторял Пранаву. И вот повторял он ее, и я повторял в одной уединенной комнате и чувствовал какую-то энергию. У меня посвящения не было, но когда повторял эту мантру, и вот однажды какой-то светильник, в смысле этот огонек горел, в смысле лампада с маслом подожженная, и вот он, я повторял эту мантру, может, я какую-то ошибку совершил, не было никакого ветра, но этот Прадип, я увидел, что все загорелось от этого светильника. С тех пор я ничего не повторяю. Может, я ветра, то есть там ветра не было, но как эта лампада упала, и на столе все загорелось, и я подумал, что лучше не повторять пока. Но не повторять — это не проблема, конечно. То есть, если мы не можем повторить Харинам, то не значит, что мы должны останавливать. Это не решение. То есть, если мы думаем, что мы только Намапаратхи повторяем, то оставлять повторение Харинама нельзя. Мы должны пытаться увеличить качество Харинама. И вот...
Но мы должны попытаться увеличить качество воспевания. И вот так через какое-то время, через там, месяц, два, три, или пять, или десять, у вас появится вкус к Харинаму, и чем больше вкуса, тем больше вы будете повторять, и в итоге вы сможете встретиться с Кришной благодаря воспеванию святых имен, и это будет, и тогда вы обретете служение Кришне, и никто не может вас остановить. И вот кто что делает, это не ваше дело. Моя просьба, пытайтесь узнавать то, что делает гуру Вайшнава, а не какие-то непонятные люди. Вот если кто-то совершает харинам, он должен... What the question actually? She want to ask if we can correct such a person if we say, oh, my dear Prabhu, you are doing one aparat. No, actually, if she or he having some respect for Vaishnava advice, then he or she can change. If he or she having no respect, then he cannot. On the other hand, he can get the one aparat. No, that somehow speak this way. Who is going to hear? So you can suggest and show Shastra, scriptural analysis, evidence that you can do this way, this way. So Maharaj, I'm going. Maharaj, you mentioned just now that we have so many different things happening in our life. But can the Guru kick that out? Huh? So we can get... Can you? You mentioned that there's so many things going on in our lives. Huh. But like some negativity, the heart. So can the Guru kick that out so that the devotee can get pure? Yes. Guru, 100%. I'm speaking all the time about Sadguru. Standard Guru. I'm not speaking about anything. И вот Садгуру, как такой Садгуру, как Шрила Кешава Госвами Махараш или Шрила Пури Госвами Махараш, у них есть сила, у них есть способность. Я практически знаю такие преданные. Кто-то открыл матху на Гавадхане, ученик Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараша. Не хочу его имя называть, но он был очень уважал меня, боялся, но уважал и спросил меня однажды. Я был брахмачари в то время, проповедовал вместе с Гурудевом, ездил по разным местам, и однажды он рассказывал, что... Что он однажды влюбился в какую-то девушку, он пошел к Гурдеву, спросил, что делать, влюбился в кого-то, брахмачари, что делать, и Тиртха Махарадж засмеялся, сказал, иди, хорошо. И Шрила Тиртха Госвами Махарадж помолился Кришне, и он сказал очень быстро, я забыл о ней. И он говорит о Шри Тиртхе Госвами Махараджа и о Шри Вамане Госвами Махараджа также. Такой же случай случился, что говорить о таких великих личностях, как Шрила Прабхупада или Бхактивинода Тхакур. Это может случиться. Много проблем может быть в вашей жизни. Боль, вожделение, беспокойство какие-то. А если вы были бы совершенны, зачем вы
бы пришли ко мне. Если бы вы были совершенны, то вам не нужно было бы идти ко мне, поскольку вы пришли, чтобы решить какие-то проблемы, какие-то вопросы, и поэтому Садхгуру может избавить вас от каких-либо проблем в вашей жизни, если вы по-настоящему преданы и искренне. То есть, ну, вопрос также должен быть в том, хотим ли мы избавиться от наших недостатков или нет. Если мы по-настоящему хотим избавиться от всех наших недостатков и слабостей, то Гурудев, он поможет нам, а если не хотим, то Садхгуру не может понять, Садхгуру не может помочь нам, если мы не искренне, если мы лицемерны. Что Садхгуру может сделать нам? Садхгуру, он может дать нам Кришну. My Gurudev can arrange to give Krishna, not arrange Krishna can. Gurudev can give Krishna. Gurudev, он может дать нам самого Шри Кришну. Несомненно, я сидя на Вьясасане, я уверен, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж очень могущественный, он может давать мне самого Шри Кришну. Но если наш баджан несовершенен, как можно обрести его? Но по крайней мере мы должны стараться, мы должны пытаться что-то делать. Why I am following you, behind you? Because tumi dilo dite paro. You can give. If you want to give, you can give. It is kirtan. You can do kirtan and go through meaning. You can dance. You can laugh. What not there in kirtan mood? В киртанах описывается абсолютно все. В киртанах Шрилы Бхактивинода Тхакура, Наротам Тхакура и прочих. Там все описывается. According to your motive, according to your mood, you can get benefit. Extra benefit you cannot get. So okay, any question more? No?